Да? Все хочешь вместе? Да. Так, ну идея какая? Мы с Риком Фрэнком наносим сам материал. Ну, короче, сколько? Это кило? Миллиметра 2, наверное, да? Потом идем по трёчкам сейчас. Ой, косовки мы разравниваем. Ну вот даже материал вот вроде как снизила вот такую красоту, значит, что материала достаточно. Да, материал это у нас модельная масса клированная специальными красителями. Так, материал надо найти. Сейчас мы найдем еще его. Материал еще должен быть обязательно на шкаф, какой-то спиной, то есть материал мы взяли немножко на шпаты. По технике это близко к тому, что мы делали на пластинке. Да. Здесь другой цвет и другая модельная масса. Можешь показать им, кстати, какой получится дело там далеко даже? Держал? Где вот такие материалы уже подсоблены? Вот отсюда строишь пакет, может быть, смену. Да, и мы тут еще оценили вот этот фокус, ну, можно назвать как это, рустиками, когда мы маляркой я знаю, как назвать это, декоратив делали декоративное панно. Когда нет вот этой спешки, чтобы нужно сделать весь объем, вот, за один пресет. Если такое случилось, да, не отчаиваются с паникой, например, то есть обратно, да, мы себя очередовали, отбрекорировали. Nós não chamamos de 450. Получается, я взял новый шпатель, он ровный, а это получается, если рассмотреть, на какой выработанный, поэтому у него шансы прилипнуть, как мы поправили, колечком, и ни разу не прилипло. А может быть еще что-то, да, ладно, да, не внесу, да пока он отрежет, все его приколипнет. Уже все сняли ленточки. Пойти. Да, можно идти. Это там. Превращение. Следующий. Да? Уже была туда бурка? Да, тоже была когда высохла черного слоя. Рельеф, да, его, его что мы сейчас посмотрели, верхний слой был счищен. Да, вот он и знал. Можно ближе, подойди, покажи. Видно сразу, что срезан верхний слой, немножко играет цвет, поэтому, и она на свету такие интересные эффекты создает. Ну, потом мы еще откроем перламутром. Да? Может быть, сегодня мы еще успеем, а может... Ну, рассказывайте, чем потом. Ну, что, рассказывать будет следующее. Вот, взяли мы пластиковые стаблечки. По той причине, что теперь нам нужно свой материал, именно перламутровой лозой, она оставалась у нас на верхушках. Еще не знаю, там что-то там передает. Можно было сделать ракурс? Тогда видно такого. Держу? Да. Все, значит, что дальше? Можно сказать про лозы. То есть это авторская лозы на основе клея слизеринного, БПЛА 1:4, потом что добавляли? Добавляли перламутровую краску декоративную комовскую и добавляли рыбу тоже декоративную. Газпром, соотношение на 4 литра клея, мы, где-то 4, наверное, да? 2 перлинки и 2 трюма. Что еще? Ну, клея вот сюда, да? Ну и расход тоже где-то у нас в районе где-то грамм 100, наверное, да? Тут мы еще пока я покажу кое-какое. У нас тут секретное оружие появилось. Новое. Вот такой мы еще применяли сегодня инструмент. Когда после шпатрючка. Что он дает? Во-первых, бывает, что не всегда на фактуре, да, подается даже пластиком шпателем равномерно снять материал, а он дает нам это. Верхний цвет? Да. Жень, а ну печи пока. Ну, а здесь хорошо. Так что делайте с нами, делайте как мы, делайте лучше, с вами была Виаконтура, Виакомпания.